Добрый вечер, дорогие друзья, с вами канал Одна Австралия и я Александр Петров. Я выслал вам книжку, ребята, книжку The Stand, противостояние Стивена Кинга. Это большая книжка, 400 страниц, по-моему. Это очень интересная книга. Стивен Кинг — человек, который специально применяет очень богатый лексикон. У него огромный словарный запас, который порой меня просто удивляет. Очень много красочных слов, и я думаю, что если вы хотите поднять английский язык, то для вас чтение таких людей, как писатели, таких как Стивен Кинг, это очень важно. В то же время, если вы будете читать The Stand, это книжка о событиях, очень похожих на нынешние. Умение применять цитаты, умение применять какие-то слова, термины, какие-то поминать эпизоды из книги на людях, даст вам больше авторитета, большую значимость у людей. Потому что среди интеллектуалов, людей, которые что-то в этой жизни значат, они мычат, такие книги являются обязательным прочтением. Скажем так, вероятность того, что человек прочел книгу «Противостояние» The Stand Стивена Кинга, и если этот человек культурный, если человек знающий, если человек этот имеет английский бэкграунд, то есть американец, англичанин какой-то, австралиец, новозеландец, вероятность достаточно высока. И если вы поменете какого-то персонажа, какую-то цитату возьмете, вы сделаете себя очень близким этому человеку. Вы станете, грубо говоря, из одной бригады. Поэтому, дорогие друзья, я бы рекомендовал вам прочесть эту книгу. Эта книга бы научила вас психологии австралийцев, психологии англосаксов. Они реально воспринимают наш мир по-другому, чем мы. У них понятия о фашизме, нацизме, диктатуре, коммунизме, левых отличаются от нашего. Эти люди считают, допустим, Руперта Мёрдока левым. То есть Руперт Мёрдок, да правее его, не знаю кто, Гитлер левее, по-моему. Но по взглядам. Но здесь это считается, что он вроде какой-то лефтист. Я до сих пор не понял. Наверное, мы учились на каких-то теориях постмарксизма. А вот на каких учились они, я вообще не знаю. Но вроде тут теория Маркса тоже популярна, по крайней мере, в Сиднейском университете. Но не в этом суть. Вы научитесь смотреть на мир через призму, через которую смотрят австралийцы, и, соответственно, вы будете оценивать их действия, свои действия, вы будете предугадывать результаты этих действий, вы найдете болевые и обратные, скажем так, точки у личностей, которые плоти, кровь от крови австралийцев. И, конечно, вы будете знать лучше английский язык. Я настаиваю на том, чтобы те ребята, которые практически все, кто рассчитывает приехать сюда, чтобы вы читали академическую прессу. Вы научитесь говорить языком юристов, государственных деятелей, людей, которые отвечают за каждое сказанное слово. Но вы научитесь писать и говорить так, как это делается в научном мире, среди правящей элиты. И умение говорить так, умение думать так, умение понимать людей, думающих так, приведет вас к каким-то связям на том уровне, на котором бы вам хотелось быть, а не уровня строительных объектов. Поэтому, дорогие друзья, я бы очень хотел, особенно
тем, кто сейчас пишет свои научные работы и публикует их, чтобы вы читали, все-таки читали научные статьи. И тем более это делал я. Но скажу по секрету. Я много читаю и таких книг. Да, это электронная книга, но это книга, которая не изменена. Это книга, которая фактически фотография оригинальной книги PDF-файл. И, соответственно, со временем жизнь меняется. Как в 1984 в романе, ее могут подкорректировать, историю могут подкорректировать, а эту книгу нет. Поэтому, дорогие друзья, очень рекомендую ее прочитать. Те, кто по какой-то причине ее не получил, дайте мне свой электронный адрес, я вышлю вам эту книгу. И, пожалуйста, читайте. Очень завлекательная книга. Спасибо.